Путин к нам пришел. Ох ты, блин. Его первого кинули. Так. Импозатора, блин. Да, плохо, конечно, плохо. Куда себе, блядь? О, смотри, Путина убили уже. Двоих уже убили. Блин, быстро они. Кто кого видел? Фаран? Давайте Фарану. Я вообще никого не видел. Все на Фарана говорят. Ага. По-любому гасит просто. А, мне тоже надо проголосовать. О! Хуя! Теперь мы не знаем, ты был или нет, почему не знаем? Потому что он был, наверное. Да, я был. Я знаю еще одного, но не скажу. Вроде зеленые, что-то непонятно делается. Блин. Какой еще зеленый? Темный-то? Спектр тебя завалили, да? Ну его сейчас спалят, его уже спалили. Думаешь? Рядом был. Путин покинул игру. Кинул игру. Кто? Там зеленый. Ты еще живой, но все равно обчтем. Да? Голосуй. За кого-нибудь. А, ты же проголосовал. Ничего себе. Рандомыч. Чё? Могу подсказать, кто? Да?
тоже за ним, да? Пора. Смотри. Он где-то весь черненький подошел, короче. Ой, извиняюсь. Черный не вовремя подошел, да? Не знаю, Брантович, не знаю. Красный. Тут, кстати, этот может через лючки лазить. Злодей. Я знаю. О, мы можем задание делать дальше. Ты видел этот про? Да, вы можете задание делать. Как это так? Ну, типа, чтоб скучно не было. Смотри. Спектр, смотри, порезали одного. Не видел. Проебал, пишет. Тут немножко что плохо сделали, это вот, вот ради прикола сейчас вот так будет сидеть, то есть 43 секунды ждать. А, вот. Все нашли его, да? А ты его как видел, рандом? Когда он подбежал. Он ко мне подбежал, когда черный ко мне пришел. Что, play again? Да. Я помню, играли вчетвером, ходили. Где вы там ходите? Я хочу тоже пойти. Мы вот сейчас обратно на центральный придем. А нам не сюда надо. Заходи в электричество, пошли в электричество, надо там чуть подкрутить. Пойдем. Вот эта вот игра 100 с чем-то рублей стоит? 133. Вот это вот непонятно? Опа, да. Красиво. Ну, интересно. Были в электричестве, с нами был, короче, еще фиолетовый. Черного вроде не было, давайте черного возьмем. Вроде да. В
Форан, в этой игре ведь думать надо. Ты зачем игру? Пизди мне здесь. Я вас забаню нахуй всех. На черного и фиолетового пошли. Черного. О, если тай, никого. Это плохо. Давайте еще раз. Так, где спектр? Ты тут? Пошли с нами бегать. Пойдем в электричество. Где спектр? Не знаю, куда пошли, вниз или вверх? Да, да. На тап эту карту включать. А. Ой, идите сюда, мне надо сделать. Бля, а мне в другом месте надо делать. Мне тоже. Вон, я побежал туда. Где он там? Пойдем. Мне сюда показывается вниз. А мне вот сюда, в электричество. О, Форан. Опа, я видел желтый, как прыгнул. Жми на эту хуёйну. У меня нету. Форт, блядь. А где я на неё нужен? А, она по центру, иди на по центру. Там... Вроде видели, как меня убили. Только захожу к форуму, и это выпрыгивает из вентиляции. А кто второй был? А второй фиолетовый. Желтый за себя. Он сдался. Фиолетовый остался. Пойдем туда проверить. А, там здесь сделано. Да? Тут, видишь, не дают бегать. Толпой. Понял. Квесты разные. Ага, смотри, там залагает. Черненький, смотри, смотри, смотри. Да? Туда-сюда, туда-сюда. Может его забатить на кого-то? Закрыл дверь, прикинь. Может, это зелененький? Ходит, дверь не закрывает. Не, не зелененький, это черненький, мне кажется, что-то закрыл. О, фиолетовый пробежал сзади. А, и все собрались. Рандомыч, какую головоловку прошел. Опа, меня фиолетовый убил. Я жгу, фиолетовый остался. Фиолетовый говорит фиолетовый. А как быстро можно убивать? Можешь прям троих убить сразу же? Не, троих нельзя. Там перезаряд. Сколько? Всегда по-разному. Там, короче, дается 15 секунд где-то. Ой, это не того вы выбросили. Вообще никто не знает, что такое фиолетовый, блин. Блин, не того. Ну вы сделали не так. Какой-то фиолетовый, не этот фиолетовый. Пойду задание по делу. Около меня крутится. Все, тебе пиздец, Варан. Пока. Сейчас вдвоем. Видишь, как он стоит? А зачем ты его кладешь?
Иди лучше репорты. Да я не могу эту штуку нажать. Сейчас, пока буду нажимать, блядь, это репорт. Вот дятлов, забыли какой-то. Ни хрен пойми, кого. Того выбросили. Что тут заходил? Тут тут. Надо стрелять же не надо. Есть, стрелять не надо. Ну, можно убивать ножами. Сами в спину это плотно, я не могу. Рандом себя кикнули, что ли? Походу. Думал, вышло. Заходи быстрее, еще одно место есть. Там этот кикает. Выходим. Я нашел. Ну, мы вышли, потому что. Давай. Ищи другое. Давайте! О, двои взял, да? Да. На один корабле. Мы опять втроем будем? Можно десятером бегать, кстати. А карту зачем другую взял? Да а, хуй. Тут она разная карта. Света нет. Куда бежим? Чё-то темно как-то. Опа, желтый. Ой, это. Твоих уже убили. Не видел ни одного. Что он пишет? Самария Рород. Самария. Сам себя типа репортует. Ну мы читаем троих. Получается зелененький. А рандом с нами бегал? Бегал. Да. А, давай, рандома. Ну чё, я там стоял, провода чинил, блядь. Да. Окей. Я ведь сказал, будем втроём, а он ничего не говорит. Он такой тихо сидит. Тихо бежал куда-то в кусты. Да. Сразу спрятался. Блин. Че никто его не сделал? Рандом убийца. За рандом, чтобы следить. Да. Дальше. Да вы знаете. Все рандомно, не убили. А надо это мелком, идем туда надо идти. Если хочет убить его. Уходим так. Ладно, там это. Мы знали, что зеленый черный стоит. А что тут дверь закрыта? На кнопку. Как ты ее открыл? Предатели. Признаю. Ты никого нету сейчас? Рандома нету. Да вы чё, блядь? Я вот, блядь, иду там, где мы вязались. Смотри. Так, чёрт. Сейчас ли убийство будет, блин, да? Это жёлтенький, мне кажется. Да не, это рандом. Кто ничего не пишет. Видишь, что меня пишет? 100% рандом. Все, давай, раз за рандом. Мы ведь с тобой бегали.
Ну еще раз отошел рандомно. В следующий раз. А, второго мы теперь знаем 100%. Давай тут оставляемся прям. Только сразу emergency. О-о-о, стали бегать. Подождать до следующего собрания. 4 секунды. Вот и он тут стоит, ждет уже. Да, вот я сейчас тут буду стоять все это время. Черный нажал. Да, он знает. Рандом. Зелень. Потом два зеленых полетели. Все тебя увидели. А это был не я. Как не ты? Не я. О, блин! Народу мало. Может, такой зеленый? Я вам говорил, что это не я. Опа-опа, тут черненький мимо меня пробежал. Это темный. Свет где-то надо установить. А где? Карту не знаю. Зелененький с черненьким бегали внизу. Вот сейчас темно-зеленый черного убьет. Зачем сказал, блин? Он просто так рядом. Да, вот, только что убил. И ушел в бук. Кстати. Кнопку нажать надо. Она не появляется. Там рычаг. Вот он хрен бегает, да? Темно-зеленый, да. А он забрался сразу. А, нет, он стоит. Вон он стоит, да? Эффекта, да давай за ним бегать будем. Да? Блин. Ты где там, Спектр? Куда? Вот двери это. Он побежал обратно. Давай. Сейчас критику давай. А, сейчас на меня кинет, смотри. А ты там ходишь? Спектр, беги, он тебя сейчас убьет нахуй. Иди. Голосовой, голосуй. Коричневый, коричневый. А, нет, темный, зеленый кто? Кто звонит? Да. Ты там просто застрял, блин. А если я кого-то увижу, мне можно сразу рекорд нажать или надо бежать обратно? Нам. Потому что вроде он нажал сразу рекорд. А я хотел бежать обратно. Вместе реактор включили, на коли вы тупые, я в шоке. Я знаю. Которые только вдвоем можно сделать. Давайте на кнопку жать и выбирать. Давай. Опа! Я себе. Аккуратно. Корж, иди найди мой друг. Направо поворачивай. Иди туда прямо. Вот я лежу.
Я знаю. Понятно, что ты знаешь. Во-во, правильно. Пиши, что лох, блядь. Все на него, а он на фаран. Молодцы. Еще один остался. Свет надо включить. Ну давай, включай свет. Я включу. Желтый. Слышь ты, блядь, подсказываешь. О, я сейчас видел кого-то. Ага, я тоже видел, блядь. Иди нажимай кнопку. Ты по центру? Да. Кого ты видел там? Сука, как ты включишь эту хуйню, блядь? Подходишь к ней. Короче, сейчас скажу, кто это. Red Heart. Ага. Походу, да. Думаешь? Да. Он видел, как он зашел в этот... В люк залез. А он ведь репорт сделал сам. Как он может на себя репортовать? Не знаю, отвлекает маневр. Это можно? Видать, я не знаю. Если не он, то ты понял, Форд. Ого, как ты его увидел? Да боком увидел, я там ремонтировал. Молодец. Так, что будем? На кнопку сразу? Кого? Я пошел в управление. Пошел заботировать вас. Рандом же? Ой, спектр. Заебали. Ну не дай бог, ты сейчас меня убьешь, Петр. Народу дохуя, слишком его сразу выкинем. Он желтый просто так стоит, что-то все. Наблюдает, думаешь? Желтый со спектром сто пудов.
Да, да. Если убьет, значит вот он. И убежал сразу. Да сто пудов, это он с этим желтым, блин. Пошел репортовать. Ну давай спектр выкинем. Ну, его, кстати, не раз еще не нашел. А что? Меня видели разве что-то сделали? Это вы вдвоем там что ли? Меня выкинули, но это был не я. Потом, значит, Фаран. Всего, я сейчас пойду на следующий. Если будем смотреть за Фараном. Коричневый и зеленый. Это желтый и коричневый. Закрытые? Там что-то одна минута, секунда осталась. А, ну сейчас можешь. Желтый и коричневый, прям сто пудов.
Ну все, пиздец, значит. Значит, это Red Hat. Кстати, в этот раз ни разу не угадал я за все это. Догадались наконец-то. Ура! Точнее, от команды никого не осталось, все погибли. А вот непонятно, чего он не убил, просто.